Йоу, гайз, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Valfaris. Ну, погнали. Сразу по виду видно, что красиво сделана пиксельная игра. Да, при этом она еще у нас на русском выходит. А вот далеко... Так, вот далеко уголки вселенной, одинокое что-то там. Немного шрифт странноватый. Гиперпространство отключено. Подготовка к сближению с Valfarisом. Пора просыпаться, Дэйон. Я не сплю. Даже посреди космоса не даст нам. Гитара. Проведи общий поиск следов на Valfarisе. Запускай нервами. Обнаружен четкий сигнал. Похоже, цели бездействуют. При сканировании также найдено множество форм жизни. Будет не... Так. Будем надеяться, что мы найдем Фрола. А пора моему отцу заплатить за свои преступления. Фрол? Кто ты такой? Valfaris, в зоне видимости. Так, провяжу последнее пристановление к стыковке. Траектория зафиксирована, боевые системы наготове. Включаю автопилот. Переключение на ручное управление. Хочется чего-то потяжелее. Волчий корабль готов к стыковке. Я подключусь к главной системе Valfaris, чтобы остаться на связи. Что ж, пора. Приготовьтесь, Valfaris, я возвращаюсь домой. Нет, если сравнивать с пиксельными играми, которые мы играли раньше, здесь она более детализирована, что ли. Минус FPS сразу же. Неплохая посадка. Так, это она, да? Веди женщину. А, спасибо, тренировки не прошли зря. Твои летные навыки привлекают внимание. К тебе приближается множество форм жизни. Ох, значит, пора приступить к работе. Посадочная площадка. Звуком каких-то, мне кажется, проблемы. Так, давайте я немножечко сейчас зайду в управление. Клавиатура. Угу. Прыжок, выстрел с пистолета, так как вблизи выстрел из разрушителя. Скорее, ну это воздушного транспорта. Прицел и щит. Контрольная точка. Хранилище. Подтвердить R. Так, короче, английская P. P. А ее не работает. Shift. Нажмите пробел для прыжка. А, видите, мне кажется... Мне, вообще-то мне показалось, что это задний ход. Мы можем на него спрыгнуть, потому что, видите, типа, рука проходит через нее. Выстрел с пистолета. Так, за убийство нам дают какие-то сферы. Мне нравится то, что немного фризер. Мне кажется, это из-за того, что... Ага. У нас забирается энергия. Короче, кажется, вот эти шарики, это и есть то, что нам дают. Делаем так. Да, за рукопашку нам дают сферы. Красненькая это хпшка. Что это? Это большая хпшка. Я не знаю, с чем здесь можно взаимодействовать. Вау. А с чем нет? Вот это вот плохо. Да, призы какие-то есть. Вау. Я не понимаю, с чем связаны призы. Найден идол воскрешения. Нажмите B, ставить идол возрождения. Тройная точка активирована.
Нажмите B, доступ к снаряжению. Ого. Так, плазменный пистолет. Проверенный временем пистолет Терриона. Стреляет раскаленными плазменными зарядами. Этот плазменный клинок вытягивает из жертв огромное количество энергии. С помощью него также можно попробовать через плазменные атаки. Прорубаться. Плазменные атаки. А, так, это как-то можно апгрейдить. Изучить. Ага. Улучшить. Какой-то кровавый металл. Дополнительный разлет будет. А здесь у нас... Подожди, улучшить. Повышается сила и повышается дальность. Тоже кровавый металл. А, короче, это, походу... Руда наподобие. А, то есть я могу рай. Подожди, удерживай левый shift. Прицеливание без передвижения. Все, я понял. Короче, это чисто, чтобы направлять. А. Да, я могу так. Я могу так. Херня, видите, уже видно то, что враги спавнятся рандомно. Ну давайте я вставлю, в принципе, почему бы и нет. Я не знаю за секретные места, есть ли они тут. Нет. Ой, типа босса. А, подожди. А, нет. Все-таки он дамажился. Мне почему-то казалось, что он дамажится. Так, контрольный щит. Так. Контратака щитом. Активируйте щит за мгновение до того, как вас попадет снаряд, чтобы вы его поймали. Отпустите кнопку, чтобы вышвырнуть его обратно в противника. Какого черта оттуда собака вылезла? Вы мне объясните. Оно еще и фризит. Положи, тут есть настройки экрана, давай. Среднее, давай. Низкую поставим. Мне главное, чтобы она не фризила. Я понял вообще тогда посрать. Так, походу босс, потому что до хера крови. Мне кажется, вот это еще херовина плюс закроется. Да, она не пробивается, значит она закроется. Понял.
Главное держать расстояние. И вот это, походу, я как раз собираю тот же металл, который мне нужен, да? Ауч. Да, сердце у нас тут есть. Ах ты ж, ёлки. Ну, смотрите, они бьют чисто в определенный радиус. То есть, нормально. И что нам даже делать? Враги появляются за экраном, как в некоторых бывает играх. Я не знаю, зачем я эти сферы ломаю, скорее всего, мне нужны вещи. Видел возрождение. Новая пушка какая-то. Призрак ада. Призрак ада. Стреляет непрерывным потоком могущественных изящных душ. Ага, за это мана забирается. Хорошо. Я лучше такой. Так, давайте из плазма ада расходует ту же энергию, что и щит. А мне кажется, лучше с пистолета ехать. Оставляем жетончик. Призрак ада. Улучшение. Повышается сила. Кровавый металл. А что я подсобирал? Я что же сферы какие-то подбирал? Так, есть у меня... А, у меня инвентаря тут нету. Ай. Блин, тут главное радиус держать, да и все. Ай. Я понял прикол. Вот здесь меня, я как понял, заставляет использовать пушку эту. Забейте. Пушка походу не стреляет, когда я бегу. Вот скажите, что это за черт ваши призы? Так, улучшение оружия на контрольных точках с помощью кровавого металла. А, это и есть кровавый металл. Бэм. Так. Улучшить. А, у меня только он один. Везде нужно по три, да? Да. Понимаете, дело в том, что показывает 80 FPS. При этом мы лагаем. А нет, подожди.
Кровавый металл. Вот это я вообще... Ну, это, походу, просто освещение. Ага. Ну, понятно, что здесь будет за босс. Огромная паучиха. О, постопаем. Точно. Лучший. Как понять дополнительный разлет? Типа больше полета. Если да, то... Хорошо, но вам не попасть. Это что? Спереди обнаружен мощный источник энергии. Отлично, как раз то, что нужно. Да, вообще не понял, как это. А, я сейчас тупанул, да? А, да. Как я могу здесь что-то делать? Если я тут ни хера не вижу, при этом мне еще и лагает. А, так ее можно зажать, по-моему. Невероятно, твоих биологических показателей у меня зашкаливает датчики. Да, пришлось немного попотеть. Это мне пришлось немного посмотреть. Призы на все лицо. Ну скажи, ну видно ж проседает в 150 FPS. Оно лагает. Так, проход дальше заблокирован. Интересно, если корабль, на котором так, ты стоишь, работает, на энергетических то системы можно запустить снова. А она работает так. А на работающем корабле можно попробовать так, добраться дальше, ясно. Нихуя не ясно. Чисто за двери. Да. Сраный лайн. Вы можете повышать максимальное здоровье у энергии, чтобы собирать идеал воскрешения. Так, подожди. Вы можете повысить максимум здоровья и энергии. Собирай идеал воскрешения. Расходовать их, вы потеряете повышение. А, я понял, о чем. Вообще, посмотрите.
Почему такая энергия у меня не пополняется? А если посмотреть ближе. 6 надо. Вау. Босс будет паучиха. Чисто вышел. Сейчас это серьезно. Проще понял. Пистолет будет наносить больше урона, чем моя печка. Или же нет? Я понял. Чисто забей. Это называется. Как я прошел первого, не могу снова пройти. Так, он сердечко упал. Так оно мне все равно не поможет. Ублюдок найден. Громоздкий, но чрезвычайно мощный меч. Примените, да. И как он используется? Так, он не зажимается. Настройки, управление, клавиши. А мне интересно, знаете, то, что я упал и сдох. Скорее всего, мне нужно было по-любому сюда идти с этим оружием. А, ну да, из-за того, что я не взял оружие, я сдох. Может, я думал, что там секрет. Алло. Короче, можно некоторыми сохраняшками
пренебрегать. И тогда. Тебе нужно уничтожить кристалл. Подожди, пока щит отключится, затем уничтожь электрическое поле, удерживающее кристалл. Хорошо, я церемониться не буду. Короче, я из-за того, что я лоханулся, я просрал. Один энергокристалл. Так, вернуться с храницей я не могу, да. Я так и понял. Так, цифры в правом верхнем углу показывают, сколько идолов у вас есть и сколько может быть. Если вы превысите допустимый предел, идол преобразуется в здоровье и энергию. Прикольно. Приятель, кто решил спрашивать, откуда вы тут взялись, если я уже был? Слушайте, ладно, давайте, наверное, я думаю, мы на этом моменте с вами закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока!